Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам о том, что обвал рубля привел к ажиотажу на автомобильном рынке Петербурга. В северной столице России наблюдается высокая активность покупателей авто. В пятницу, 13 марта 2020 года, стало известно, что после обвала рубля и подорожания доллара петербуржцы массово пошли в автосалоны, чтобы успеть приобрести машины по старой цене, сообщает РБК. По мнению специалистов, данный ажиотаж продлится не более месяца. Но высокий спрос не может компенсировать общее снижение продаж авто в Петербурге. По словам директора по продажам официального дилера Mercedes-Benz «Авангард» Владимира Черникова, в основном в автосалоны ринулись те, кто хотел приобрести машину в ближайшее время. Однако из-за подорожания иностранной валюты решили не тянуть. На некоторые модели наблюдается повышенный спрос, поэтому частично некоторые модели оказались дефицитными. Генеральный директор автодилер СПБ Михаил Чеплыгин сообщил, что скорректированные цены на машины будут на 50-100 тысяч рублей дороже. В то же время реализация дорогих авто может увеличиться на 2,5%. Во многих дилерских центрах специалисты также обращают свое внимание на повышенный трафик покупателей. У меня пока все. Больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. До скорого!